Доброго здоровья, друзья! С вами Лохматая Душа. И перед вами очередная жестокость человека. Посмотрите на нее и скажите, каким нелюдям надо быть, чтобы довести собаку вот до такого состояния? Ни воды, ни еды, но зато 5 щенят, которые высасывают последние капли жизни. Перед вами история Розали. Обычная деревня, обычный дом. Рядом с этим домом купил дом мужчина и через забор увидел эту собаку. Я не знаю имени этого человека, но я готова поклониться ему в ноги. И всем сердцем, всей душой я желаю ему удачи, успеха, крепкого здоровья и всего самого доброго, что можно пожелать действительно из глубины благодарной души. Только благодаря этому мужчине Розали теперь жива. Жива не только она, но и ее дети. Ребята, нельзя доводить живое существо до такого состояния. Это бесчеловечно. Ребята, да, лохматая душа переполнена. Да, мы едва выживаем. Но скажите, как можно пройти мимо, когда на ваших глазах умирает мать? А ее пустые сиси без молока сосут дети, тянут и просят есть. Скажите, мои хорошие, как можно выжить? Как можно пройти мимо? Как можно остаться равнодушным? И как можно остаться человеком, каждый день наблюдая это, скользя пустым взглядом и проходя мимо? Я не знаю, что сказать и как назвать людей, доводящих животного до такого бесчеловечного состояния. Ведь они живые, живые! И им больно, и есть, и пить они хотят, так же, как мы с вами. Да что же происходит с нашей страной? Что происходит с нашими людьми? И почему мы становимся такими тварями? Бесчеловечными, только оболочка. Почему, ребята, ведь все рождаются нормальными маленькими детьми, веселыми, хорошими? Что ломается в нас? Почему мы становимся такими уродами? Почему мы издеваемся над живыми существами? Или почему мы до такой степени так равнодушно смотрим на их страдания? Что происходит с нацией, человек? Не с нацией, Господи. С видом, с разумным видом, человек. Что с нами происходит? Как можно, ребята, Господи, люди, как же можно? Почему? Ребята, мне больно говорить даже, а люди спокойно проходят мимо. И люди ли это? Потому что не может человек, созданный Богом, быть такой тварью. Просто не может. Ребята, у лохматой души очень тяжелое положение. Очень. И мы живы только благодаря вам. Если вы люди, если вы считаете себя человеком, отзовитесь. Отзовитесь, люди. Прошу вас, давайте оставаться людьми. Какие бы страдания, какие бы муки, какие бы трудности нас не добивали. Прошу вас, давайте оставаться людьми. И храни вас всех Бог. Друзья, нам нужен корм. Это самый страшный наш бич. К нам поступает много истощенных, замученных животных. Больных, переломанных. И все они нуждаются в поддержке. А значит, в сытости. В первую очередь. Ребята, посмотрите на эту маму. Нам нужен корм. Друзья, умоляю, нам нужен корм. Прошу вас, мои хорошие, помогите спасти эту семью и остальных от голода.